Вашему другу требуется стимуляция ментальных ощущений или, скорее, расслабляющий тело приход? Я не знаю. Я пришлю к вам нашего эксперта по шишкам, он вам поможет. Полотенчик. Эй, ты хочешь забалдеть? О, привет, Эрик. Какие люди? Полотенчик, я думал, ты на реабилитации. Да, так и было, сейчас я снова в Южном парке. Я уже больше года ничего не употребляю, совсем ничего. Вообще без наркотиков, вы знаете, что я хочу тебе сказать? Даже не скучаю. И ты работаешь в магазине, где продают дурь? Каннабис, Эрик. И да, это круто. Теперь я помогаю людям избавиться от бессонницы, боли в спине, мигрени и стрессов. Во как. Кстати, древние китайцы давали каннабис младенцам, когда у тебя резались зубы. У меня склонность к зависимости, так что лучше держаться от этого подальше. Кроме того, у нас родился ребенок, поэтому лучше не сворачивать с пути истинного. У тебя же ребенок, точно. Выходит, есть и был. Я все время был так обдолбан, что даже не замечал этого. Теперь я даже работаю и плачу ренту, а еще помогаю людям снимать стресс растительными препаратами. Мы живем в бешеном ритме, работа, налоги, пробки. А жена постоянно пилит меня, чтобы я смог ей по дому полотенчик и кран потек. Почему ты не починишь его? А я отвечаю, я полотенчик, а не долбанный сантехник, сука! Ладно, нам нужно телекас для нашего друга. Его зовут Классисика. А, Классисика. Который с L свисает клитор, разворачивается и вылезает S. Не-не-не, это та, у которой член свисает Sky и трахает все остальные слоги. А, та классическая. Конечно, я получил ее заказ. Ей по душе сорт банана каши, она помогает от боли, ей еще нравится платиновый Г, который... Какого хрена? Кто положил челах каш вместе с мелозбузой? Какого хрена? Недоумки, люди не любят, когда им добряк перемешивают. С расслабоном. Это их бесит, блин. Эй, полотенчик, все хорошо, расслабься. Нет, нифига не хорошо, я пытаюсь заниматься законным бизнесом. У меня спина болит, я почти не сплю, и аппетита нет. Вот это, в этом долбанном городе всю продукцию нужно покупать этих грёбаных шестиклассников. А кто знает, что они туда мешают? И ко всему этому ко мне в магазин приходит пара сраных мудаков, совет не расслабиться, мать их, так пошли вы в жопу! Расслабься, ты же полотенчик! Полотенчик не годуется, скорее всего. Бля, хорош! Хранители бошек сюда! Пора этих мелких как следует проконсультировать, мать их! Пишет, было написано. Полотенчик, это же самое доброе создание на всей планете, ну серьезно! Успокой полотенчика. Специальная цель, как его успокоить? Аккуратней, тут везде продукция!